что, хлопцы, вот и подъехал казахский сменовок. А мы сейчас находимся в Астане, нынешний Нур-Султан. И я всегда мечтал побывать внутри Нур-Султана. Так вот, это кальянная туман, это такая казахская сеть кальянных, которые славятся, наверное, неебическим подходом к дизайну, неебическим подходом к качеству и, конечно же, ассортиментом табака. Да, собственно, вот такая вот у них охуенная входная группа, но весь секрет кроется внутри. И сейчас мы пойдем внутрь и посмотрим, что у ребят есть по кальянам, что у ребят есть по табаку и, конечно же, как все это выглядит. Погнали! Так, как мы видим, мы уже внутри Нур-Султана. У нас здесь есть Обеликс. Так, давайте смотреть. Короче, это магазинная зона у ребят. То есть, да, у них почти при каждом тумане есть магазин. Собственно, это кальянная зона. Вон там, я ее сейчас попозже расскажу о ней. Это барная зона. И, собственно, это первый этаж. Собственно, вот так все это сделано. А, каллиграфия, все дела. Так, да? Идем посмотрим, что у нас. Вон там тоже очень пиздато, как бы мне по кайфу. Здесь есть лестница. А куда ведет эта лестница, я еще не знаю, потому что наверху не был, я только подкатился. Здесь у нас второй этаж. Береги голову с молоду, да. В принципе, я прохожу здесь прям идеально. Так, это у нас здесь вторая кальянная зона. Это очень круто. Две разные кальянные зоны. Вот так вот все это курим. Ну и главный, наверное, хэштег данного мероприятия — это уфуф салам алейкум. Ладно, пойдем посмотреть на кальянную зону. Собственно, ребята открылись, ну, примерно пару дней назад. А что первым делом бросается? Первым делом бросается печка Вулкан, брендированная туманом. Вот такой вот охуенный ковш. Не в каждой кальяне есть, блядь, такой ковш. А, так, есть, ребят, Танжик, Дарксайд, Дафтик. Есть Масхев. Ну, без щербетли и без ручника никуда никто не обходится. И я надеюсь, сегодня будет поменьше мантоварок. И такой мантоварочной тусовки сегодня у нас не будет, да? Собственно, у ребят по кальянам Маклауды, Душа есть, есть Дарксайд, есть даже Хулиган. Вот так, суки, нахуй, есть Хулиган, бля. Так, чашечки, все остальное, да, как бы, есть такие бандиты. Короче, да. Да. Дафт, чтобы ты забил, гости просят. Все, сейчас сделаем, да. Так. Что-нибудь сладкое и свежее. Что-нибудь сладкое и свежее, да? Ну что, ребятки, бьем дафтик. Сменка начинается. Что-нибудь сладкое и свежее, да, нам нужно? Так, давайте посмотрим, что у нас вообще есть по дафту. Сладенькое и свежее. Так, сладенькое и свежее. Да, спасибо. Так, ну давайте возьмем пин грейпфрут. Пин грейпфрут, да? А, возьмем, наверное, ананас. Ананас. Я думаю, этого будет достаточно. Ну и, наверное, добавим именно по свежести чего-нибудь другого, не из дафта. Потому что по дафту здесь нет ничего такого свежего, да? Ладненько. Что вам, показать, что ли, как надо дафт правильно забивать? Ладненько. Я сейчас вот так вас поставлю. Короче, да? У нас есть дафт. У нас есть чашка. Классическую чашку возьмем, апгрейд. А, моя тема, моя тема. Так, выложили мы немного нашего ананаса. Теперь берем пин грейпфрут. Чуть
чуть-чуть грейпфрута. И для свежести, наверное, возьмем айс минта от Масхэва. Прям вот так вот. Крапалик сверху. Так. Опа, опа, все вот так вот аккуратненько подмешали. Ну, то есть не размешиваем вообще, ребят. Нахуй надо эту канитель. Не мешай. Да, не мешай. Сделали отверстие на вулканчик. И все, ждем угли. Просто ждем угли, и потом сейчас раскурим и вынесем гостю. И посмотрим, как это получилось. А это смена влог, подписывайся. Будет весело, по-казахски. Уф-уф, салам алейкум. Да? Все, пойдемте поставим. Как раз. Давайте-ка поставим его на хулигана. Все, пускай погреется. Мы сейчас шланг возьмем и, собственно, его раскурим. Бля, Саня, ты, блядь, серьезно, нахуй? Ебать, резьба. Я, может, что-то неправильно делаю, но он, блядь, на резьбе. Это пиздец. Не ожидал, блядь. Все, закрутил, ну бля, не серьезно, нахуй. Ребята, если вы хотите обзор на кальян хулиган, да, как бы пишите в комментарии, давай обзор, блядь, давай обзор, давай, давай обзор, блядь. Так, ну, поехали. Попробуй. Давай, ты хашит, братан, скажи, ты хашит, блядь. Да ладно, у тебя получилось, Леша. У меня получилось, блядь, давай, давай. Ебать, ты шелушишься. Ну, загаржишься. Нормально. Нормально, блядь. То, что надо. Не бьет, блядь. Ребят, сука, руки выровняйте, ебать, серьезно. Попробуй, да. Давай. Скажи, как. Очень приятно. О, бьет по горлу, бьет по горлу. Нет, вообще. Вот, блядь, вот, блядь, на. На четырех, блядь, идеально. На четырех идеально. Погнали дальше. Давайте. Все, ты полетел? Да, да. Давай, маме привет передашь? Передам. Все, пока. Давай. Так, ребяточки, у нас подъехал заказ. Ну, один заказ, который я снимаю. Поэтому было заказов уже много. Как бы не думайте, что все заказы я снимаю, да? Я снимаю более-менее интересные. Так вот, смотрите, у меня заказ на один стол. Нужно вынести два кальяна. Первый кальян семерочка, кисло-сладко-свежий, да? Соответственно, мы возьмем, наверное, ололошечку. На, нахуй! Ни грамма на пол! Ни грамма на пол! Но это было смачно. Сейчас решим вопрос этот. Так, мы берем ололошечку. Берем хачитрагус. И берем супернова дарксайдом. Вот так, это первый, да? Второй, у нас попросили что-нибудь кондитерское на 5-4. Но учитывая, что мы находимся как бы в Астане, здесь 5-4, это примерно по-московски 6, да, где-то, ну, вот так вот, по цифрам, с которыми я пиздец как ненавижу, да. Поэтому мы сделаем вот такой вот микс. Здесь есть табак Trinity. Мы возьмем бисселерин. Это типа а-ля карибского рома, маракуйя и виноград Изабелла. Собственно, сделаем такую чашечку, и сейчас мы это все забьем
И ребятки, собственно, покурят, и мы у них спросим, как прикольно это получилось, блядь. Начнем мы, наверное, с Trinity. Собственно, понюхайте, чувствуете, какая такая прям сладость есть, такая кондитерская, как будто жареное что-то, прям такое, жареные какие-то орехи, плюс много очень кондитерской вещи. Так, мы его положили немного, потому что он будет очень крепкий, и сюда добавляем маракуйя. Так, маракуйя и винограда Изабеллы, ребят. И это все... В таком купаже получится очень сочненько, очень мощненько. Вот так вот. Так, а по факту, ну, опа, подножку чуть не поставил. Так, делаем это все вот так вот, вот так. Оп, намешали. Все. В принципе, чашка готова, не выебываемся, ребят, просто делаем кальян. Ну. Так, сюда мы ложим гуавчика. Хача, ложим хачей сюда. И ложечки. Вот так. Dark Side есть? Супернова? Супернова. А, ладно, хочется это суперновой. Где я тут видел крутой вкус. Вот. Ладно, Москва в деле. Памс. Котлеточку сверху. И все. Все сделано. Две чашечки. Мы их вот так вот берем аккуратненько. Вот так вот сюда ставим. И здесь вот так вот протираем. Шило и прочую дрянь обязательно в стаканчик с водой. Так вот. И главное правило. Все на пол. Есть уборщица, которая это уберет. Все. Сделано. Сейчас мы прогреем, раскурим и вынесем нашим хорошим гостям. И они попробуют и скажут, что они думают по этому поводу. Короче, есть только одна чашка, это Trinity. На вторую забыли поставить угли. Поэтому мы сейчас вынесем вначале Trinity, а потом вынесем танжик. Это я забыл. Да, это ты забыл. Да, это он забыл. Мы, собственно, уже раскурили наш табачок под названием Trinity. Десертная примерно на пятерочку. Так. Дашь мундштуки? Сейчас пойдем вынесем, спросим, что, как, почем. Погнали. Опа. И следующий у нас будет уже танжечек. Так, держи, это твой. Танж буквально через пару минут, забыли на него угли поставить. На попробуй, это табак Trinity, Санкт-Петербург. Такая кондитерская вишня Изабелла. Как? Пятерочка. Нормально? Да, вкусно. Нормально. Все, сейчас ваш будет. На четырех углях, смотри. Так. Охуенно. Это нам понравилось. Вроде вникаю в тему Астаны. Нурсултана, бля. Тарап-тап-тап. Так, понесли мы танжуху ребятулькам. Пойдем отнесем. И еще раз спросим за Trinity, как у них курица. Че, как Trinity? Нормально? Так. Давай. Ягодный танж. Вот это или вот это? Ну вот суперновый, вот это вроде. Вот это?
держи, попробуй. Танжик. Мягенький, приятненький. Улетело. Че как? Нормально? Ну, это по-московски, по-моему, не по-нурсултановски. Блять, там, короче, диджей пришел, блять. Дискачка началась, все дела, да? А у меня, короче, заказ что-нибудь с пинкманом от Масхева и туда, типа, папайя сорбета, того-того, всего-всего. Все окей, нормально. Это просто они, я, короче, их не заказ. Пинкман, папайя сорбет, но, блять, пинкмана нету, нахуй. Я этого не знал, но я в своей традиции, у меня пинкман есть, блядь, у меня есть все. Я им сейчас сделаю. Сделаем, да, короче, мы пинкман заменяем марулой. И, соответственно, малиной. То есть тот же самый по факту пинкман. А, получается, далее, да, мы что, мы берем папайя сорбет, мы берем Pine Pass. Вот такой вот, собственно, микс сейчас мы сделаем, и он будет довольно-таки прикольный, ну и, собственно, посмотрим, что скажут ребята, да? Слушай, как тебе живется после главной роли «Страх и ненависть. Лас-Вегас»? Я потерялся, брат, великолепно. Как ты, блядь, вообще в Казахстане оказался? С Лас-Вегаса в Нур-Султан, блядь. Окей, брат, я стесняюсь камеры. Это твой шанс. Твой шанс. Да, ребят, короче, подписывайтесь на Даву. Охуенный чувак. Теперь, короче, Дава, у меня к тебе вопрос. Дарк или Маклауд? Блин, ну смотря от чего отталкиваться. Ну, типа, потяги, головец. Потяги, они немного разные. Я вижу, потяги. Да, Мэтт немного, ой, Маклауд немного полегче, чем Дарксайд. Типа... Я бы на Маклауде, честно, покурил бы. Ну, типа, он заебал. Ну, давай на Дарксайде разъебало. Тем более, я слышал, что ты не курил на Дарксайде. А, я не курил на Дарксайде. Ну, это значит, что, блядь, надо я покурить был на Дарксайде. Ебать ты, Себек! Себек! Да, я думаю, что я здесь сейчас, блядь, распинаюсь, нахуй, блядь. Просто дома потом будешь посматривать. Пытаюсь в мертвом Нур-Султане хоть какой-то контент сделать. Люди зажатые, пиздец, блядь. Да, брат, я с Кочетау приехал именно к тебе. Вот такие вот ребят крутые, а не то, что вы... Сидите, блядь, и... Хуй морозите, бля, и ничего не говорите. Так нельзя, я же приезжаю пообщаться с вами. Я как бы, ну, пытаюсь, но вы чуть не хотите. Так что вот, ему респект. А, давайте зайдем на Кинопоиск и поставим хорошую оценку фильму «Страх и ненависть. Лас-Вегас». А мы делаем «Пинкман», «Папайя сорбет» и, собственно, «Pine Pass». Так, тот самый «Страх и ненависть. Лас-Вегас» заказали второй. А, хотя я им еще не доделал первый. А что-нибудь на четверку, блядь, ну чтоб накуривало, это, блядь, что нахуй, да? Вот напишите в комментариях на четверку, чтоб накуривало, что это? Вот, блядь, и ебитесь тоже с этой мыслью. Поэтому я решил мозга не ебать. А у меня был с собой Тринити, я думаю, его будет вполне достаточно. Также у меня тут совсем немножко его осталось, поэтому с обзором мы пролетаем, блядь. Не знаю, что делать, делай тропический. Понял. Короче, сделали. Сейчас раскурим, вынесем, посмотрим, что они скажут. Санчес. Ага, ну а хули, Сань? Ты прости то, что я прогнал за то, что у тебя в кальян вкручивается резьба, но вот он коннектор от твоего кальяна, да, как бы на нем нет резьбы. Но
На том коннекторе была резьба, блядь. Это что за прикол такой? Ты знаешь, почему на том коннекторе была резьба, блядь? Я думаю, что она была, но любая резьба рано или поздно имеет свойство срываться. Больше нет резьбы. Почему? Это какой-то был другого шланга? Коннектора другого кальяна? Это вообще был не хулиган. А? Это вообще был не хулиган, тебе паль прислали. Ладно, короче. Да, вот, я прогнал хуйню, короче. Не слушайте меня, блядь. Я принес ребятам Тринити, как первый кальян. Охуенно. Кто Тринити пробует? Давай. Попробуй. Нормально? Да, бля, пизди, даже не попробовал, ебать, бля. Актер, бля. Мне в массовку такого надо, блядь. Блядь. Начался вечер, пошел движняк. И, сука, знаете что? Что, что? Вот это, блядь, вот это, блядь, все стало популярным, блядь. Пожалуйста, заведение Казахстана. Уважайте себя, блядь. Я понимаю, бизнес, да. Блять, за килограмм, блять, с 50 рублей нахуй стоит эта шляпа, блять. Но не травите, блять, своих гостей. Вот этим не травите, блять. Мое личное мнение, и мне похуй. Я скажу так, блять, как вот так. Заебало оно. Не надо. Здесь его мало, еще более-менее, но в некоторых местах вот так дохуя. Поэтому, как бы, блять, тут пиздец. Вот как ты относишься к ручнику? Ох. Ну, объясни почему. Ну, смотри, короче, вот ручной табак, ну, типа, ручной табак, он производится вручную. Типа, есть крафтовые табаки, типа, ну, мне ручка больше вообще не нравится. Типа, холодок норм. Единственное, что я использую, типа, это холодок. Типа, просто хорошее. Все, что я могу сказать. Что там говорит? Ну все, бля. Приехал, бля. Я говорю, давай что-нибудь вкусненькое на свой вкус. Что-нибудь чуть выше среднего. Чуть выше среднего. Чуть выше среднего. Ага. Чтоб не просраться, короче. Все, понял. Сейчас сделаем. И на такой усредненной тяге чуть-чуть. Все, понял. Да, окей. Только без ручника давай. Да я нахуй пиздую. Зачем, бля, братан? Это харам. Ручник это харам. Пацаны, блядь. В Казахстане, знаете, ручник это харам, да, не халяль, блядь, вообще ни разу. А еще, ребят, я очень рад тому, что в Астане, но в Нур-Султане не было ни одной мантоварки, так что сильно любят в Казахстане, реально. И практически ручного табака как бы тоже не было, и это меня тоже очень радует. Я думал, блядь, опять сейчас будет этот пиздец. Мантоварки это не очень круто. Лучше уж на то пошло касатку, да, как бы, но не мантоварку, ребят. Это кальянчик нашим гостям, которые только что угорали, да? Так. Сейчас пойдем им вынесем, посмотрим, что они скажут. Да, вроде прикольно получилось, даже по кайфу. Такой средний, не напряжный, хороший вкус. Я смешал, получается, знаете что? Я смешал орчату и Blueberry Blast, и Blackberry от Darkside, и добавил немного Supernova. То есть получилось очень круто, тоже попробуйте. Короче, здесь Blueberry, Archata и прям малёх Supernova. Попробуй давай, по-быстрому, по-шустрому. Прикольно. Прикольно. Спасибо. Прикольно, да. Не актер. Мой любимый момент. Пришли девочки и сказали нам что-нибудь максимально легкое и дымное, да, то есть, но при этом, чтобы это как бы немного накуривало, и мы сегодня попробуем провести тоже маленький эксперимент. Это пуэр. И сегодня сейчас с ним мы сделаем миксочек и посмотрим, как девочкам все это закатит. А по пуэру у нас будет такие пич, как Вельвет Пич, такие вкусы, как Вельвет Пич и голубая дынька. Ой, это сливка. Слива, блядь, сливка. Сейчас, короче, мы это все забьем.
И, собственно, вынесем, мы посмотрим, как они отреагируют. Конечно же, я не буду говорить, что это чайный лист, что это безтабачная и безникотиновая смесь. Просто поинтересуемся, как им подойдет, не подойдет, чисто ради интереса, да? Короче, парни, это самое... Невъебенная печка от компании Вулкан, блять, она просто вытаскивает, сука, охуенные смены и разжигает, причем очень быстро, блять. Уже реально не первый раз работаю с данной печкой, ну, сталкиваюсь в заведении, и в отличие от других новоиспеченных крутых печек, да, это прям реально выполняет функцию охуенной, блять, непроблемной печки. Конечно, я не отрицаю, что у кого-то они отъебывали на первой же неделе, да? Но здесь она ебашит прям, мама, не горюй. Вы просто посмотрите, блядь. Охуенная. Что? Ты только так сейчас, да? Так, это у нас пуэр. Эй, здрасте. Так, это пуэр, как я и говорил, да, но гости не знают, что это пуэр. А мы им сейчас вынесем, как раз там сидит девочка, которая его будет курить. А, и, собственно, спросим у нее, как все это получилось. И сейчас мы его отнесем и поинтересуемся. Так, собственно, попробуйте. Скажите, как по крепости и всему остальному? Ну и по вкусу тоже. Как? Сладкий, но по крепости не знаю. Ну, нормально, курить можно? Да, классно, да. Ну все, отличненько, а мы идем работать дальше. А, у нас здесь, не отходя от кассы, спортсмены, бодибилдеры. Да. У них есть своя команда. Я в инстаграмчике заценил. Вопросик. Вот вы занимаетесь спортом, да? Вот нагрузки. Если кальян долго курить? Сколько? Полгода. Ну, полгода. А если как-то чувствуете, что вот именно кальян вам что-то мешает в спорте, в занятиях? Да нет, потому что он очень крайне редко. Кальян? Да. Сегодня второй день. Ну, все равно. Нет, мы редко курим его, на самом деле. Но, допустим, вот вы... Поэтому я никакой... Да это потому, что я пришла! У меня всегда так впечатление о Даве. Ты типа в плане мастер-класс? Да. Что ты узнал нового или не узнал, не знаю, что ты скажешь. Короче, узнал я много всего. Именно. А? Именно. По полочкам раскидай то, что ты узнал. А, ну, я, по идее, не прям до конца сидел, короче, я... Ну да, ты катал смену, да. И этот, но я услышал момент, типа, с колпаком, типа, не надо черную вот эту брать, типа, какую? Самое оптимальное для этого, типа, хорошо греет. В плане, потом, в плане забивки, лучше, типа, чисто работать, чтобы у тебя контейнеры не были грязными, шилом всем, языки таким. Чтобы и время, так скажем, лишние движения не делать. Вот самый топ, наверное. И типа в плане сервиса общаться как твой родной, там, как друг реально. Обучить. Еще что? Все? Ну, в плане, потом, что еще? Это, в принципе, все. В принципе, все? Да, потому что я не все расслышал, потому что я там, туда-сюда. Окей. Как тебе забивку его? Что скажешь по его забивке? Я не курил. Не курил еще, да?
Ну тогда попросим. Так он же и так-то забил правду. Все, попробуем. Все, давай. Удачи. Да. У тебя мастер-класс был, да? Да, в мастер-классе. В мастер-классе был? Да, был. Сейчас у нас свет вырубивается. И бывает иногда такая ситуация. Что ты скажешь про Давин мастер-класс? Мастер-класс, в принципе, прошел успешно. Все, что хотел услышать, услышал. Задал те вопросы, на которые ждал ответа. Много узнал для себя нового. Что именно конкретно можешь выразить? Конкретно нового для себя узнал, допустим, про забивочку дафта. Чтобы дафта сделать ее не ТХ-шной, приятной для курения и очень быстрый прогрев именно дафта. Узнал, как сказать, что-то из сервиса, отношение к гостям, как будет приятнее, как наоборот будет неприятнее, как будет удобнее для гостя и как будет удобно для тебя. Так долго ждали даву, вы приехали, блин, ждали почти целый час здесь и тупо не заказывали кальян, хотели чисто даву покрыть. Какое ощущение? Разница есть? Вот ощущение у меня было, знаешь как, когда я прихожу в кальянную, я всегда заказываю кисло-сладкое. Бывает с холодком, бывает без. По крепости бывает по-разному. И то есть еще ни один кальянчик не попадал так, как попал дава. Я получил именно то кисло-сладкое, которое хотел. Подожди, ты это от души говоришь? Да, вот прям. Я до этого вот в Вове говорил, это так и есть, в принципе. Ты вот подтверждаешь, братец, да? Камеру держи. Да, конечно, нет, кальян хороший. Окей. То есть и в меру кислости, и в меру сладости. Это как по сочетаемому. По вкусу он попал, а по крепости? Он прям во вкус попал, по крепости, да. По крепости.